действует, обостряя и на, вот это сегодняшнее заявление, ну как его еще трактовать? Что, ну, вы знаете, в любом случае мы знаем историю. Ответ наш должен быть жестким максимально в этой ситуации, даже если придет использовать. Продолжает действовать, обостряя и на, вот это сегодняшнее заявление, ну как его еще трактовать? Что, ну, вы знаете,